Всем привет, друзья! Это Астронир. Ну, в общем-то, хотел я идти в прошлой серии за медью. Для чего мне медь? Для того, чтобы... Я нихера уже и не помню. Так, фонарь. Фонарь я хотел сделать. И нужно артефакты еще принести. Будем дальше все изучать. Побежали. Я не посмотрел в рюкзаке, у меня опоры есть. Все замечательно. В той серии мы проверили мелкий фабрикатор, в общем-то, он всякие мелкие штучки делает. И опять у нас буря надвигается, но к этому моменту мы уже успеем добежать до пещеры. Так. Большое расстояние. И пещера кончается. А здесь аммония, это у нас топливо для... космического корабля. Значит, это не так себе пещера, это, в общем-то, получается насквозь пройти. Давай вот этот заберем артефакт, принесем. В общем-то, вот он здесь-то и выход уже, да, из пещеры. Сейчас тут камни полетят, надо уходить. Наверху тоже никаких ресурсов нет. То есть нужно искать пещеру, которая под землю идет. Ну, сейчас поищем. Я для начала принесу вот эту штучку. Не мешало бы, конечно, собрать эти опоры, потому что, скорее всего, я сюда больше не вернусь. Ну что, кончилось? Нет. Она вроде здесь стороной обходит. Но, тем не менее, наш боец так с трудом перемещается. Надо, чтобы изучалось потихоньку, и мы уже будем искать и еще артефакты, и так вот ставь, и вот на эту штучку зажать Q букву, и только тогда нажать вот здесь play, пошла мазута. Все, он первую голову он вот с батареи херачит, потом будет с нашей основной базы брать энергию. Что ж, пещера была у нас... А он сквозь эти штуки также ходит? Нет, уже не ходит, раньше он сквозь них как-то проходил. Пещера, ну где-то вот в той стороне, если я не ошибаюсь, конечно. Без фонаря совсем туго. Я уверен, что есть и ближе пещера где-нибудь. Ну вот, да. Теперь бы найти шланг наш. Вон он. Так, кончились опоры. Это пещера вообще или тупик? Я не вижу. Да, по-моему, пещера. Так, теперь они не проводят, если упали.
Блядь, не очень удобно вот это. Надо как-то поровнее сделать, чтобы потом было вполне комфортно выбираться из этой ямы. Добавить уровень. А, то есть я это-то поставил. Где опора-то, блядь? Вот она лежит. Дай-ка я еще поровняю здесь. Как-то так хотя бы. Сюда. Ну, тут смола еще есть. Так, так, так. И вот та пыхалка зеленая уже начинает пыхать сюда. Надо от нее избавиться. И вот от той тоже херни. И отойти от этого дыма. Я их не все, что ли, уничтожил? Вон она еще одна пыхает. И вот там где-то еще, по-моему. Уходим, уходим. Так, ну вроде бы все, да? Сделаем спуск здесь. Опоры вроде бы сильнее светить стали, а их как-то сделали, что они меньше светят, сейчас вроде бы вернули опять. Так, ну и у меня, собственно, есть же уже банки эти, можно равнять вот так. Я тут надел, я ни хрена не вижу. Вот фонарь-то как раз нужен. Мне эта херня не стоит. Вот так. Крутоват спуск. Не знаю, как тут так сделать, чтобы поудобнее было подниматься. Ну вот приблизительно вот так. Аммоний не нужен пока. Вот здесь артефакт. Раз. И тут я еще эти штуки где-то копал. Вообще медь нужна. Я за медью сюда пришел. Вот эту на видном месте штуку положим вот сюда. Чтобы за ней потом вернуться. И, в принципе, нужно гулять, искать. Ну, вот как раз малахит, да, нашли. Далеко, да, я поставил. Вот так. Вот сейчас здесь, значит, заберем малахит. Еще бы хорошо сделали, чтобы вот эти вот растения, которые вот оно упало, оно и вот так будет его коматозить там, чтобы они исчезали через некоторое время, потому что они больше-то не нужны. Дальше-то они уже все не прорастают, ничего с ними не происходит. А это, соответственно, бесполезная нагрузка, так сказать. Все, вроде больше нет ничего здесь. Так, заправили кислород. Я хочу яму эту закопать все-таки, наверное.
Как-то так, вроде бы больше дыр нету. Ну, чтобы потом не свалиться просто туда. Ну, в принципе, медь мы нашли. И фонарь же я могу, наверное, прямо сейчас и изготовить, да? А, нифига, медь переплавить нужно. Поднесли артефакт. Вот. Смогу я подняться? Да, хорошо, я сделал горку. Можно подняться. Вот здесь еще резину можно забрать до конца. Интересно, у нас тот артефакт уже изучился или нет? Так-то по-хорошему надо поскорее ровер делать. Ну а прежде чем его сделать, нам нужен будет транспортный бокс, и вот эти все вещи нужно будет изучать. Так, вот это в изучалку. А, у нас еще крутится вот эта фигня, шишка эта. Ну, пускай она крутится. Не мешало бы, конечно, вторую поставить. Так, а сюда медяшку. А, он сразу плавит. Так, и здесь не законченная у нас. А процесс-то, ребят, смотрите, не быстрый. Теперь это все время занимать начало. Так, а что мы можем еще сейчас, значит, сделать-то? Батарейку мы можем какой-нибудь сделать? Модификатор ускорения не надо. Вот это тоже нужно будет проверить, малых больших участков. Я в принципе уже могу сделать вот этот фабрикатор. Ой, фабрикатор, транспортный бокс, и уже делать можно будет потихоньку ровер. И склад 500 байтов. Ну, бур пока рано с краном. А вот транспортный бокс идея хорошая. 1500 останется. Так, фонарь есть, маячок не нужен пока. Вот это что такое? Открытое одноместное. Тоже нужно будет. Ну, в принципе, как раз получается на ровер и на вот эту херню, да? Имеет смысл делать. Я вообще-то, если честно, уже подзабыл, что хотел. А, ну да, энергия. 2500. Может, все-таки дождемся 2500 и сделаем большую солнечную панель, чтобы, когда мы уже транспортный блок сделаем и всю фигню, чтобы у нас много времени не занимало, ну, изготовление всякой шняги. То есть, наверное, все-таки лучше дождаться солнечную панель большую, а в это время собрать алюминий и... Ну, соединений хватает. Ну и... Может сейчас вот склад сделать. А для этого принтер нужен будет, чтобы его изготовить. Короче, все нужно. Все нужно. Где принтер-то? Плавильня, модификатор. Вот, принтер я могу сделать. Делаем принтер. И склад. Склад делаем. Все, пока я больше ничего не могу. Давайте изготовим панель эту, ну, как она называется? Вот эту херню, блядь. Платформа. И поставим на нее принтер уже. Для платформы нам нужно вот здесь зажать букву Q, блядь. Плавильня нет. Камера. Большая платформа. Вот, смолы надо две штуки. Мала одна есть. Вторую надо по... Вот, вторая есть. А чё, он не печатает? А, нужно запустить процесс. Запускаем процесс. Так, это большая платформа будет для принтера. Принтер имеет смысл рядом с плавильней вот там поставить. Я сейчас там площадочку подровняю. Вот здесь, наверное, нужно будет достать пылесос и вот таким макаром нарастить здесь.
Надо графонию убрать, вот этот дымок как-то что-то мешает. Нет, красиво, я не спорю. Ребята постарались, но он, по-моему, мешает. Так, и зато идеально ровно получается наращивать нашу вот эту херню. Почву. Надо вот здесь еще. Во. И вот сюда, вот как-то вот под таким углом, чтоб мы с одного места рулили всем. А здесь еще будут склады, по всей видимости, у меня стоять. Да, вот на этих местах будут склады. В принципе, та же самая платформа, только она маленько видоизменилась. Не перемещается теперь это все. Когда установил, ничего не перемещается. Интересно, вот эти все вещи, насадки. Ну вот плавильни, принтеры, их можно на этот ставить. Как он называется? На ровер. Так, вот есть медь. Заберем одну штучку и изготовим нам фонарь. Вот этот маленький хер выкинуть, фонарь поставить на плечо. Вот теперь светло. Вот так хорошо. Так, подожди, херня может просто тупо стоять, я что-то так понял. Да! Она переносная. И я могу. Нет энергии, да? А как туда энергию? А, ну вот тупо. И лепи, пожалуйста, что хочешь. Слушай, ну. Нормальная тема-то, похоже. То есть я с помощью нее смогу сделать большую эту платформу. И, собственно, на большой платформе уже установить большой фабрикатор, да? Так, вот у нас готова большая платформа. А я ее вот так могу через shift забрать и все, и рюкзак. Нет, не забирается. Только так переносить. Но я думаю, она устанавливается на ровер. Вот. Как-то так. И повернуть. Ну вот я приблизительно вот так хотел ее поставить. Вот так же хорошо будет, если она вот так встанет. Во. И здесь еще торчать будут вот эти склады. Переместить можно. Но как только я поставлю сюда, значит, принтер, ее уже перемещать нельзя будет. Ну, зато изначально можно спланировать. Не как бы они не на шару будут ставиться, а уже более-менее как-то осмысленно. Ну и, собственно, подключаем к ней энергию. Оп. Блядь, подключись. Вот, готово. И сюда нам нужен принтер уже. А для принтера я вот не помню. По-моему, соединение нужно. Сейчас посмотрим. Алюминий две штуки. Алюминий нужен. Ну что ж, бегом за алюминием. Этой штуки еще долго тут изучаться вообще? А, Q надо зажать. Раньше просто по ней щелкаешь. Так, вот это процесс, я так понимаю, скоро закончится, да? Еще 1000 байтов осталось, 1140. Ну нормально. И с этой еще сколько-то будет. А ее можно вот так буквой Q посмотреть? Нет, мы просто смотрим вот эту херню. И склад есть. Ну, нам недоступен ни склад, ничего, ни солнечная панель большая, которую я хотел без принтера. То есть в первую голову в любом случае ищем алюминий. Так, ну давайте, наверное, сделаем небольшой перерыв за алюминием. Пойдем в следующей серии. А на этом все. Спасибо за внимание. И всем пока.